Но не подумайте, что восточный танец – это восьмерки, тряски и маниста. Он развивается и не стоит на месте. Также в ансамбле идет постоянное изучение новых направлений в восточных танцах. Так, например, стрит-шааби – это уличный танец, представляющий собой микс из движений востока и элементов других танцевальных стилей. Такое не стыдно станцевать и на дискотеке. –